Помню, еще в колледже мы проходили тест на выбор профессии. Результат показал, что я должен стать детским писателем. Не просто писателем, а детским писателем. О чем пишешь, Дин? О любви. Но ты говорил, что никогда не влюблялся. Точно. Это Дин. Писатель. Бармен, который пишет. Писатель, который стоит за баром. Что написал? Читал «Похмелье»? Да. Это не мое. Романтик. У меня не было серьезных отношений. Все время отнимали. Собаки? Рассматриваешь мои сиськи? Счет, пожалуйста. А ты любила? Нет. А если я тебя полюблю? Подожди. Привет, красавчик. Да неужели? Они его друзья. Оставайся холостяком. Сердцеед. Мы должны удовлетворять наши потребности, как пещерные люди. Это пещера. Охотник видит жертву. Он тебе надоедает? Вали отсюда. Все ясно. Хороший коп, плохой коп. Вечеринки не заканчиваются. У нее есть подружка? Нет. Я тебе ничего не должен. Да неужели? Мы не потанцевали. Это можно исправить. Привыкай, с друзьями не спят. Да неужели? Но время от времени каждый хочет выделиться. Это будет история о парне, который влюбился. Мама говорит, что вы встречались. Не то чтобы. Да, всего раз. Давай. Хотя нет, лучше не надо. Она заслужила настоящей любви. Она мне нравится. О, да, мне она тоже нравится. Но вот, люблю ли я ее? Я не найду слов. Позвони мне, когда найдешь. Любовь — это идеальное мгновение, в котором можешь жить вечно. Беги к нему. Последний поход в пещеру. Любовь, секс и Лос-Анджелес. Скажи, что любишь ее. А это хорошая идея? Ну да.